болтаем скорее, друзья, удобней садитесь у мониторов. Здесь оптимистер, без него нельзя начать полезный кинокульта час. А мы уже долго ждем момента, ждем, что русское кино поднимется с колена. В мире, где есть елки пять, в мире, где есть Горько два, в мире, где защитники окупаются словно. Это наше кино, но в кривых руках. Когда я возмущаюсь, мне говорят, что не прав. Сегодня режиссером стал самый мерзкий плут. И спорить бесполезно с ним, ведь все решают споры тут. И некого винить, мы сами это выбирали. Пока рублем за всякий шлак голосовали. Но сегодня, сегодня за тобой решение. Платить за мусор или принять поражение. Чтобы не кричать потом на русское кино, давай начни с себя, не окупай это говно. Фильм не готов, но мы к фильму готовы. И не воздержимся от самой правды суровой. Не будем врать, будем крошить, резать и кромсать. Пока в России не научатся кино снимать. И это наш бой, и нам не нужен приказ. Живым никто не уйдет, придет победный час. Но сегодня, сегодня за тобой решение. Снимать на мусор или принять поражение. И чтоб не говорить, что люди виноваты, заканчивай кормить народ говно в кинотеатрах. Кто этот сумасшедший зритель?